семинар докторов наук, и который создал фактически сеть конференций. Большаков Александр Афанасьевич, председатель программного комитета, еще раз не раз услышите о его научных школах, он же автор доклада. Естественно, конференция держится на тех, кто доводит наши научные идеи до их практической реализации, до оформления их в трудах конференции. Это наш уважаемый программный комитет, председателем которого является Александр Афанасьевич, и длительное время председателем был Валентин Сергеевич Балакирев. Здесь представители различных вузов страны и различных городов страны. Организационный комитет. Благодаря ему, академику Гуляеву, который принимает активное участие в работе нашей конференции, ректору Саратовского университета, Санкт-Петербургского университета, нашим международным ученым, которые являются почетными профессорами технологического института, все они здесь перечислены, которые вносят большой вклад в развитие международной науки, участвуют неоднократно в конференции, приводят сюда научные школы. Все они здесь перечислены, можно будет потом взять этот доклад и, соответственно, более детально познакомиться. Последний год подключилась к нам школа МГТУ имени Паумана к конференции. Здесь также видно, что школы различных стран. Юсупбеков Надырбек Рустамбекович – это узбекская школа, чешская школа и так далее. Конференция представляет собой распределенную систему по всей стране. Сеть поддерживается ее региональными представителями. Я с большим удовольствием вижу здесь их, которые обеспечивают сбор докладов, переработку, формирование научных школ в своих регионах. Видите, как велика наша страна и сколько ее представителей, которые работают достойно. Но в числе организаторов конференции, тех, кто в комитет по науке высшей школе, доклад великолепный вы слышали. Профессорское собрание Санкт-Петербурга, которое берет на себя гуманитарную задачу поддержки, пропагандирования, печати через свой вестник, соответственно, материалов и тиражирования их. И здесь присутствует заместитель председателя профессорского собрания Трегубов Владимир Петрович. Представьтесь, пожалуйста, кафедра моделирования живых систем, то есть еще наш коллега, к тому же очень много делающий для того, чтобы сохранить именно интеллектуальную составляющую Санкт-Петербурга. В настоящее время создан сайт профессорского собрания, где мы ставим задачу именно рассказывать о научных школах Петербурга и тех школах, которые представляются на различных международных конференциях. В 2016 году создано Российское профессорское собрание в России, которое также представляет собой сеть региональных отделений, и основная задача которого – поддержание и развитие научных школ. Среди базируют, заместителем председателя является Филиппов Владимир Михайлович, председателем ГРИП. И это собрание ставит свою задачу, создание сети базируется и основывается на председателях диссертационных советов и их членах диссертационных советов. То есть это тоже школа по стране. Среди наших конференций есть председатели диссертационных советов и члены Российского профессорского собрания. Ну, организатором конференции является, безусловно, и Санкт-Петербургский технологический институт. И вот здесь показано как раз, сколько конференций мы взяли. Юбилейный, на грани тысячелетий, мы взяли на себя ответственность. В 2003 году, 300 лет Петербурга, здесь, конечно, огромную помощь оказывал президент нашего вуза Дударев Анатолий Сергеевич в проведении конференции. В 2016 году мы попробовали снова, и теперь уже вот сделали площадкой, пытаемся сделать площадкой конференции. Принято анализировать результаты теперь геоинформационными системами. Мои студенты сделали такую карту геоинформационной системы конференции ММТТ, где можно посмотреть каждый город, где какая конференция проходила по номерам, а их 30 было. Соответственно, видите, какая география.
этой конференции. Конференция описана в истории научной конференции, как я сказала, Валентином Сергеевичем Балакиным в 7 томах. Я постараюсь их пролистать, чтобы мы увидели, те, кто в ней постоянно участвует, эту историю знает, уважаемым нашим гостям, насколько богата эта история. Итак, города нашей страны с их гербами, которые говорят об истории и о том, сколько городов, сколько региональных представителей и ученых взяли на себя ответственность в проведении этой конференции, нашей вот конференции. Начиналась она, как я уже сказала, основатель был Валентин Сергеевич Балакирев, который много сделал для того, чтобы она существовала. Как математические методы в химии, так называлась она. Наверное, символично, что юбилейную конференцию мы проводим в технологическом институте, который две трети направлений которых также связаны с химией. Отличительная особенность этих конференций является то, что они базировались на базе ведущих предприятий. Кроме Валентина Сергеевича Балакирева, в книге это описано, огромную роль в основании конференции Островский Геннадий Маркович, вся его досье. Его ученики Надир Низамович Зеединов и школа присутствуют здесь, и информация уже представлена учениками здесь, так как это представил Валентин Сергеевич Балакирев. Институт катализа Академии наук, который поддерживал эту конференцию. Научно-исследовательский институт, физико-химический институт имени Карпова и его выдающиеся ученые. Научно-исследовательский институт Мономеров. Все говорит о том, что конференция была создана в то время, когда в стране активно развивалась химическая промышленность, автоматизация, управление, применение математических методов. Весь Советский Союз принимал участие в этой конференции. Вот в Ереване конференция проходила, и в ней принимал участие Бахтисарян Мазмен Сергеевич, энерготехнология, генеральный директор. Что само название говорит. Грозный нам всем известен был как база промавтоматики и, соответственно, технологии нефтехимии и нефтепереработки. Известные фамилии в технологическом институте Слинко и также принимали участие в конференции. Далее подхватил эту конференцию профессор Пандеев и Новочеркасский политехнический институт. И уже 6-я конференция была в Новочеркасске. Соответственно, здесь известная фамилия Вольтер принимает участие в конференции. Далее конференция в Казани. И тогда эта конференция была на базе нефти, одна из первых нефтепромавтоматики в Казани. Последнюю конференцию, которую уже проводил ученик Островского, Зеединов, это была уже Chemical Engineering школа международная с приглашением известных американских ученых, российских по chemical engineering. Очень интересно было, то есть школа развивается. И Татнефть, соответственно, технопарк мощнейший в Казани есть. Тульский государственный институт, также одной из первых конференций. Валентин Сергеевич достаточно тщательно, аккуратно подходил к развитию конференции, анализировал, как росло ее число участия, воспитывал ученых. И вот здесь, когда уже подключился Валерий Павлович Мишалкин и его школа РПТУ, родилась уже школа молодых ученых, которая существует по настоящее время. И в рамках конференции, уже каждой конференции происходит, кроме основной конференции, еще школа молодых ученых. Также известный специалист в области управления автоматизацией Егоров Александр Федорович, Филатова Наталья Николаевна Тверь и так далее. Эту фамилию тоже многие участники конференции помнят. Халпанова Леонида Петровича, это Институт проблем химической физики РАН. Много блестящих докладов на стыке моделирования, проектирования технологических процессов. Было и много учеников, которые им воспитаны. Школа молодых ученых, которая действует и по сей
по сей время. Все, да, вот эти фамилии тоже хотелось бы вспомнить, потому что их уже нет в живых. Панько Марк Андреевич привел к нам в школу МЭИ, Московский энергетический институт. Сейчас продолжает Андрюшин завкафедрой МЭИ. Магербут Валерий Залманович, Новомосковск и Белгород, да, тоже и конференции проводил, и руководитель ведущих научных школ. Ну, здесь, извините, будем смотреть вот, так сказать, такие картинки, потому что иначе уважаемым академикам из богатейшей истории конференции не останется уже места и времени. Вот. 13-я конференция разных школ и молодых ученых. Технологический институт, вот профессор Дуды, президент нашего института, и тогда вот как раз в 2000 году. Чем она еще известна, эта конференция, к сожалению, помощники не поместили этот слайд, то, что к нам школа Зубова, математика, он был приглашен и делал здесь конференцию. Да, великолепно, его ученик вот, Егоров Анатолий Александрович после этого и стихи посвятил конференции, преклоняясь перед этим великим ученым. Ну, об этой школе можно будет у Владимира Петровича еще узнать. А вот эту историю уже научных школ конференции пишут ученики. Эту информацию мне по моей просьбе представили ученики Валерия Павловича Мишалкина. Это ученики академика Жаворонкова. Это ученики Александра Афанасьевича Большакова, которые сами уже не являются руководителями научных школ. Эта информация дана школой Островского Геннадия Марковича. Это вот как раз той Казанской школы и его учениками. Великолепная большая школа, председатель диссертационного совета Нейдорф Рудольф Анатольевич, его учениками представлена. Дворецкий Станислав Иванович и ректора, председатель диссертационного совета, тоже династия, и отец и сын, и его ученики Тамбов, который не один раз принимал конференцию. Астрахань, председатель диссертационного совета, проректор, пролетарский, фронталинский. Извините, пожалуйста, фамилии очень звучные. Вот. Олег Михайлович, который помог нам и спонсировал еще и конференцию. Школа, ученики Томаша Николаевича Гартмана, который также РХТУ, математика, проектирование и во многом образование информатики и химиков-технологов РХТУ, это обучат этого ученого. В 16 году нас приняла великолепная Самара, посещением бункера Сталина и других достопримечательностей Жигулевского пивного завода, который топ технологии был, ну, кстати, вкусное пиво. Лившиц Михаил Юрьевич, руководитель этой школы, МЭИ школы, я уже о ней говорила, Смоленский, который имеет филиал, тоже неоднократно принимала нас, и узбекская школа, Юсупбеков, Надырбек Рустамбекович. Есть предложение о снова проведении конференции в Узбекистане. Это тоже династия, и это достойная научная школа. Школа технологического института. Русинов Леон Абрамович, кафедра автоматизации, Андрей Павлович говорил, будет рассказывать пленарный доклад о 60-летии кафедры автоматизации на одной из секций. Холоднов Владислав Алексеевич, 50 лет в школе математического моделирования. О нашей школе вы услышите также на секции. Здесь бы первый доклад мы сделали 28 лет назад на математических методах химии вместе с профессором Сотниковым, нашим заведующим кафедрой. А сейчас хотела бы сказать, и эта школа будет представлена симпозиумом по применению математических методов техники и технологии, которые мы почти уже 20 лет ведем с корпорацией «Клёкнер Пентапласт» по практическому применению именно программных комплексов и методов для управления качеством инновационных производств. Тесная интеграция вуза с этим предприятием. Историю пишем в фотографиях и фотокнигах. Вот такие титулы книг и фильмов, которые мы сделали для юбилею наших ученых, которые можно тоже посмотреть. Миссия конференции была и культурно-просветительная, причем она была организована так, что в каждом вузе специалисты рассказывали об истории вуза и истории города, и, соответственно, показывали эту историю. Конференция была и осталась
как бы статусной подготовки кадров высшей квалификации. У нее есть секция, квалификационная секция, где экспертный совет, куда приглашаются эксперты ВАК по информатике, по химической технологии, председатели диссертационных советов и помогают оказывать предварительную экспертизу диссертации. Как эксперт ВАК, я сама знаю, насколько это важно, такая помощь для не только диссертантов, но и для председателей, членов диссертационных советов. Конференция сделала своим правилом проводить симпозиумы. Вот вчера был симпозиум, который федерального УМО регулярно, симпозиумы проводились по учебно-образовательной деятельности. И международный симпозиум по применению фактически этих методов промышленной технологии. Вот этот доклад будет на симпозиуме. Здесь три руководителя будут делать эти доклады. Руководитель корпорации Мария Саэль по производству полимерной пленки. Директор по технологиям профессор Коля. И директор по автоматизации и управлению корпорацией Монди профессор доктор Михаил Коля. И, наконец, осенняя конференция в плане перспектив развития конференции будет проводиться в Минске. Великолепный организатор, региональный представитель, Хвощинская Людмила Аркадьевна. Да, вот мы уже были и организовывали. Четыре ведущих вуза, вот их сайты, которые будут нас принимать. Красавец Минск, доброжелательный, вкусный, красивый, будет принимать нас в 2017 году осенью. Что еще примечательно, уважаемые коллеги, Минск проводит уже не один год форум, который собирает технологические университеты стран СНГ. И когда мы говорили с руководителями вузов, ввели предварительную беседу, это было их предложение объединить конференцию осеннюю с этим форумом. Хозяева, конечно, приглашают, но я думаю, что всем нам будет интересно услышать уже, что будет делаться дальше. Планы и перспективы. Ну, о первом плане я сказала проведение. Дальше в Минске во время форума. Поддержать предложение предлагают Тюменского государственного университета о проведении конференции в МТТ. Они предложили нам вот, обсудить этот вопрос. Продолжить проведение конференции в Санкт-Петербурге с организацией симпозиумов, международных симпозиумов, то есть симпозиумов по инновационным промышленным системам. Представлять информацию на конференцию о ведущих вузовских технопарках. Сегодня мы услышим об одном из них, и хочется, чтобы эта традиция продолжилась. Продолжить представление информации о ведущих научных школах и распространение информации о них через пленарные доклады, крутые конференции, сайты профессорских собраний Санкт-Петербурга и России. Ну и желание всех ученых, кто участвует в этой конференции, подготовить сборник трудов конференции СКОП. Вот я благодарю всех за участие, за то, что вы все являетесь писателями, создателями организации этой замечательной истории нашей страны. Спасибо.